берегу реки зацвела груша. Так, наверное. Погода ненастная, холодно. Где-то здесь мои любимые рыбаки. Сын, муж и моя Марусенька. Сейчас посмотрим. Так, вот видите, какая груша цветет. Груша цветет. Ой, какой ветер. Холодно. Ага. Вот они все там. Вот Машенька стоит. Муж Александр. Что-то сына не вижу. А вдалеке там мужчины на лодке рыбу ловят на резиновой. Ну, пойдем вниз. Главное, что не упасть. Привет, рыбаки! А где Максимку потеряли? Вот там. А, ты там? Да. Тебя и не видно из-за кустов в камуфляже. Ну что, как, будет что-нибудь на ужин? Что-то не слышно. Не слышно ответа от вас. Будет, а. Что поймал, сынок? А? Что поймал? Пока ничего. Пока ничего. Машенька, ты молодец. С удочкой стоит прям. Бабушка, вот тут я половила. Я поняла, вчера ты там, да. Ну что там по полю тебе? Давайте для фильма, чтобы хоть у кого-то клюнуло. Нет, пока ничего. Какая наша природа красивая. Стоят. Машка наша рыбачка. Машунь, как у тебя там? Да, нормально. Нормально. Так, детка, ты замерзла. Пойдем домой, там печечка. Так. Прямо за рыбой. Опа, Маша, какой умеет у нас закидывается. Чайка. Ну, пока так. Теперь к нашей речке. Груша стоит, в цвету все, в цвету все.